Вот только вышли из машины на лесной дороге, сразу первые синяки опять. Но вот это еще летние тонконогие, но светленькие, хорошие, их возьмем, конечно. А вот они, красавцы. Настоящие толстоногие. Вот это уже осенние, хорошие. В этом году они вместе вылезли. И летние на тоненьких ножках, и осенние толстенькие красавчики. Несмотря на то, что лес горел летом, опята не подвели, выросли, несмотря ни на что. Ну вот вокруг обугленного дерева какие. Практически из каждого деревца растут. Ну да. Видишь, зараза. Связай пока, я дальше пройдусь. Я так аккуратно не могу, терпения не хватает. Вот, братцы, великоватые, но крепенькие, беленькие возьмем. Вот эти староватые уже не буду брать. Вот красавчики. Мариновать самое оно. Ну вот мой сбор. За короткое время неплохо открыли опятный сезон. Если супружница набрала свои ведерки, то сезон сразу и закроем, ибо хапать лишнее не в наших правилах. Хватит и так, эти еще обработать надо. Вот наш общий сбор. Но опята закрыли, все, за опятами больше не пойдем. Хватит и помариновать, и на грибную икру немножко. Больше, чем сможем съесть, не берем никогда.